Когда Бог вернется, народы будут уже разделены границами Его горящего пламени. Он явится, как палящее солнце, как святый. Он придет к народам, как Иегова к евреям приходил. Он поведет людей по жизни облачным столпом. Они увидят Его славу, ибо является Бог на святой земле. Увидят Божий праведный день, Его славное явление, когда Бог воцарится на земле и ведет сыновей во славу, во славу. Люди преклонятся, Божья скиния среди них, возведена на скале труда, что свершает сегодня Он. Бог разрушит алтарь мерзости и построит новый алтарь. Будут служить Ему люди во храме, тельцы и агнцы на алтаре. Вы узрите день, когда Бог примет великую славу, когда разрушит храм и новый возведет. Вы увидите, как Его скиния сходит на землю. Это будет так же, как Его сошествие. Сокрушив народы, Бог снова их соберет. Он воздвигнет свой храм и установит алтарь, чтобы все могли жертвы приносить и служить Ему, посвящать себя Его труду среди язычников. Будут они, как современные израильтяне, в одеждах священников, свинцом на голове, имеющие Божью славу в своей среде. Величие Его над ними обитает среди них. Люди преклонятся, Божья скиния среди них, возведена среди язычников, как трудился Он на земле Израиля.